Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале, канале Клинок Сварога. Вот, на дворе у нас конец июля, 30 июля. Прекрасная летняя погода, порядка плюс 15 градусов на улице. Ну, одно радует, скоро открытие охоты на водоплавающую дичь. Сегодня мы хотим вам показать новую линейку ножей нашей ножевой мастерской, ножевой мастерской Сварог. Ну так, в принципе, мы ее и назвали ножи Сварог. Это несколько моделей. Первая, значит, модель, такой вот нож. Длина клинка составляет 125 миллиметров. Сталь Х12МФ, рукоять дерево палисандр, обух 3,3 мм, длина рукояти 120 мм, имеется отверстие под темляк. Вот. Ножи данной категории будут выделены у нас на сайте в отдельное раздел. И, соответственно, при желании заказать вы можете оставить комментарии под видео, либо перейти к нам на сайт и там оформить заказ. Такой вот прекрасный нож. Еще одна модель из этой же категория, тоже сталь Х12МФ. Значит, он отличается от предыдущего тем, что здесь рукоять выполнена из дерева зерикота. Вот. Очень хорошо видно текстуру дерева. Следующий вариант данного ножа тоже из стали Х12МФ, но уже клинок травленый, имеет серый матовый цвет. Твердость 62 единицы у всех. Здесь, значит, рукоять имеет вставку из акриловой смолы. Это и остальная часть выполнена из дерева венги. Еще одна модель, тоже сталь Х12МФ, рукоять выполнена из стабилизированной карельской березы, отличный походный нож, ну и в принципе неплохой шкуродер, ну, такой универсальный нож. Да. Есть данные модели у нас из стали 95Х18, которые можно использовать прекрасно на кухне, так как сталь не подвержена коррозии. И следующая модель от данного ножа из алмазной стали, сталь ХВ5. На данной модели твердость 62-63 единицы. Тоже вставка из акриловой смолы. Далее дерево венги.
Ух ты, вот так у нас тут выводок образовался. И еще одна модель данного типа ножа. Тоже нож из стали ХВ-5, алмазная сталь, твердость 62-63 единицы. И очень красивое дерево, дерево шпальт на рукояти. Видно текстуру дерева. Дерево стабилизировано. Он прекрасный тоже. Универсальный нож. И охотничий, и как шкуродер, и как походный нож. Отличные размеры, пропорции ножа. Очень удобно рукоять, которая прощает какие-то движения, особенно у новичков. Отверстие под темляк. Соответственно, все ножи комплектуются ножнами из натуральной кожи. Вот такого вот плана. Но по желанию заказчика можем изготовить индивидуальные ножны. Для заказа ножей необходимо связаться с менеджером, либо оставить комментарии под видео, либо перейти на наш сайт и уже оформить заказ на сайте.